Весна юбилейного для Нефтекамска года стала для автолюбителей не самой праздничной. После схода снега взором горожан открылась малоприятная картина. Практически каждый метр дорожного полотна украшают безобразные ямы и выбоины. Есть, конечно, места, где еще можно проехать без слез, но их меньшинство. Мы решили выяснить у водителей, какая дорога, по их мнению, сегодня больше всего нуждается в ремонте. Ну, я думаю, что у нас в городе не осталось нормальных улиц, которые можно нормально проехать, кроме Карла Маркса. Остальные все нуждаются в ремонте. Потому что, ну, невозможно ездить. На любую улицу заезжаешь, везде все это, везде ямы, везде все это полностью разбитое. Парковые. Возле больничного города. Не знаю, парковые. Начиная с рынка, полностью нет. Ну, больше всего парка, конечно. Если, конечно, выделять, но я считаю, что ни одна из улиц Нефтекамска не выглядит достойно. Да, по-моему, ни одной дороги нормальной нет. Наверное, я на Ольской. Везде плохое. Автовокзалы, там автозаводы, страшно там ехать, везде плохое. Да все. У нас дорог нормальных нету. У нас как в деревне. Кочка на кочке. Многие дорожные ямы с приходом весны покраснели, но не от стыда, а от вложенных в них силикатных кирпичей. Как пояснили дорожники, это явление временное, и вскоре на их месте будут заплатки нового асфальта. Как бы ранней весной, да, все ямы, все выбиение, там не получается асфальт положить. Просто временно обходится организация, ложит более-менее, чтобы была проезд машин. А как уже станет сухо, теплая погода, эти кирпичи убираются и делается ямочный ремонт. Сейчас у нас по дороге из Москвы уже немецкий фрез, этот самый, она будет уже, как нам обещали поставщики, в субботу, она будет здесь. Если придет фрез, у нас более ускоренный пойдет и более качественно будет это все работа. Работы по ямочному ремонту в этом году поделили два предприятия. Благоустройство выиграло тендер на 3 миллиона, Таныб на 6. Кстати, последние уже приступили к ямочному ремонту дорог и готовят обозначенный участок пути к укладке асфальта. В первую очередь они отремонтируют улицы Дорожная, Магистральная и Автозаводская. Основной упор организации будут делать на качественное проведение ямочного ремонта. Дорожное покрытие отремонтируют не простыми заплатками, а так называемым ковровым методом или шахматкой. Такой способ ремонта позволит залатать дорожное покрытие года на два. Вот ямы пошли, да? Ямы. А также берется и сейчас делается ямочный ремонт. Ну, здесь яма на яму, какой тут уже ямочный ремонт, понимаете? Вот мы имеем в виду, вот, вот этот промежуток, допустим, 15 метров, да? 15 метров сплошь сделают. А здесь малые ямы, да? Да, здесь я понимаю, здесь можно. Понимаете? Тогда что-то будет. Помимо ямочного ремонта, в этом году планируется еще ряд работ по благоустройству. Это строительство дороги на Авалон, а также капитальный ремонт внутридворовых территорий. Продолжение Комсомольской до улицы Карцева в сторону Телевышки. Это 30 миллионов сейчас в процессе аукциона находится. Также мы объявили аукцион на внутридворовые территории. Там 9 дворов попадает под капитальный ремонт. Дворы-счастливчики вы видите на своих экранах. Это адреса Нефтяников 25, Строителей 59, Ленина 39, 39А, 50, 52, Социалистическая 70, 62А и 87А. Сейчас на проведение капремонта объявлен аукцион. И как только определится подрядчик, работы будут выполнены. Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».